Ситуация на дорогах Гомельской области застается напруженной. С початку этого года отбылись 4 наезды на пешеходов, двое загинули. Столько же с травмами трапили в больницу. Державная инспекция проводит на территории региона комплекс профилактичных мероприемств «Пероход без небезпеки». В рейд разом с инспекторами отправилась Вероника Гамзюкова. У комплексе профилактичных мероприемств задействованы все службы милиции и громадской безопасности. Нарады несут службу на наибольшие аварийных участках дорог. Разом с инспекторами отправляемся в рейд по Гомелі. На скрежевании в улице Селянской и Карповича зауважаем водителя, который не пропустил пешеходов. 26-годовый мужчина вырашил не чекать. При разговоре с инспекторами вину признал. Водитель протягнут до административной отказности. Скрежевание Селянской и Катунина с самых небезопасных. Поток пешеходов и машин велизарный. Проходит 10 хвилин. Як мужчина на темно-синем мерседесе не пропускает женщину пешехода, проезжая прямо перед ей. Инспекторы ДАИ его спиняют и проводят разговор. Водитель погоджается, что пешеход почала рух, але свою вину не признает. У связи с этим инспекторы выкликали его у Держававтоинспекцию для дальнейшего разбору. Водители, которые не представляли преимущество движения пешеходам, переходящим проезжую часть, как по регулируемым, так и нерегулируемым пешеходным переходам, влечет от предупреждение до наложения штрафа от 1 до 5 базовых величин. Те водители, которые совершают данные эти действия повторно, влечет ответственность с административным воздействием, штраф в размере от 2 до 8 базовых величин. Подчас рейду до нас так само подходили горожане, которые поведомляли о порушениях. Вот, например, гэтага мельчанин консультировался с инспектором ДАИ. Он рухался праз пешеходный переход, как прямо перед им проехала машина. У подтверждения показывает фото автомобиля порушальника. У таких выпадках у ДАИ могут принять заяву, але с водителем только проведут профилактичную размову. Прямых доказов порушения нема. Фото авто с номерами, как правило, робится уже за переходом. Видеофиксация пересечения перехода обыход правила станет лепшим доказом вины водителя. Госавтоинспекция напоминает о том, что на дороге необходимо быть внимательными, осторожными. Кроме того, пересекать проезжую часть необходимо только в установленных местах. Не забывайте о том, что необходимо убедиться в безопасности своего перехода, убедиться в том, что водители автомобиля заметили вас, предоставляют вам преимущество в движении. Кроме того, в темное время суток не забываем обозначать себя световозвращающими элементами. Водителям варто памятать пешеходный переход для пешеходов. И это единая махчимость безопасно пересекчи проездную частку. Вероника Гамзюкова, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».